Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сотрудники Звенигородской библиотеки номер 2 сердечно поздравляют вас с наступившим Новым годом! Детский литературный клуб «В добрую сказку зовем» приглашает вас послушать одну из волшебных сказок Татьяны Домаренок, которая называется «Привет, Новый снежный год». Ослепительно белые снежинки все падали и падали с неба. За ночь и день они устлали все вокруг, превратив разноцветный мир в чудесную белоснежную сказку. Поздним вечером в парке озера было необычайно тихо. Все замерло в ожидании чуда. Осталось совсем немного, лишь несколько минут, и тогда белый парк и белое озеро, темно-синее небо и голубые звезды встретят Новый год. Еще лишь пару мгновений. И вот он пришел, он наступил, но как-то неслышно и незаметно. Прошла ночь, рассвело, и настало утро, первое утро Нового года. А в парке озера все так же тихо. Спят белые деревья, белые сугробы, белое озеро. Зачарованные волшебным новогодним сном деревья очнулись лишь после того, как над озером пролетела стая галок. Засуетились проснувшиеся синички, вылетая из-за веток пушистых елок. Да, птицы не смогут долго и безмятежно спать. Им нужно поесть и попить, а то можно и не ровен час и замерзнуть. «Привет!» – кричали галки. «Привет!» – звенели синички. «С Новым годом! С новым счастьем и радостью!» «А вы не знаете, где можно перекусить?» – спрашивали они друг у дружки. «Вон там, за дорогой, у высоких домов есть кормушка. Я вчера наелась белого хлеба. Полетели!» Стайка синичек встрепенулась и улетела в поисках еды поближе к людям. Им повезло. В кормушке лежали кусочки белого хлеба. Кто-то с вечера положил его птицам. Синички прискакивали с ветки на ветку, по очереди забираясь в кормушку, чтобы поклевать хлебушка. Катюша проснулась, встала с кровати и посмотрела в окно. Улыбнулась. Девочка увидела, что ее кормушка полна птиц. «Мама, они прилетели и клюют!» — обрадовалась девочка. Ночью она ходила с родителями посмотреть новогодний фейерверк и по пути насыпала в кормушку хлеба. Каждый год Катюша встречает новогодние праздники радостно, с подарками, елкой и пирогами. Вот и в этом году она и на новогоднее представление сходила, и в цирк. Девочка не знает, что такое голодать, и не хочет, чтобы это знали ее маленькие и такие беспомощные в холодную снежную зиму крылатые друзья. На этом, ребята, я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, снежного утра. До скорой встречи. До свидания.